Ну что, друзья мои, продолжаем пугаться и обсекаться. Правда, сегодня я уже играю не темное время суток, поэтому уже не так страшно. Ну и я надеюсь, что это мобище больше не приползет. Так, а мы куда должны были пойти? Я запутался. Старый колодец или мы сюда? А, да, оно отсюда же к нам приползло. Куда, интересно, уползло? Вот странно. Главное, поставили там шкафы, чтобы прятаться. А дверь закрыли. Молодцы, конечно. То же самое, дали бы оружие, а патроны выкинули. А, да, нам надо же свет включить. Барельеф. А кто звезданул предохранитель? Хочется мне сказать, спросить. Так. Может, что у него там есть где-то? Так, ну и что же? А, погодите, может, он здесь дверь открыл? Куда мы этого... Куда мы его вставим теперь? Интересно, этот страх у Итана в голове, вот эта вся хрень? Или... Комната как-то создает эти страхи в реальности? А, с другой стороны. Так, а куда куклу-то засунуть? Это я не понял, я нифига не понял. Куски, блин. А, погодите. А, или нет? Что-то я уже... Мне сейчас кажется, это другие двери. Это все те же. Так, а здесь что у нас? Здесь опять закрыли. Что такое? Опять беспредел какой-то, не знаю, что делать. Куда эти куклы-шмуклы вставлять? Так. Окей. Сюда можно зайти? Да, можно зайти. Ёптить. Я уж какой-то Silent Hill, как будто играем. Ага. Куда этот путь ведет? Куда-то туда. Не понял. В смысле, ты не можешь пробить? Ты же пробивал с ноги, с руки. А, или эти ткани, я думал, это деревяшки.
сделать. Как сложно. Он, блядь, доски ломает руками, а тут ткань не смог порвать. Вот эта тварь, да? Прячется в кукле. Так, сейчас мы в дверь зайдем, я просто... А, вот этот с той стороны, да, вход. Надо подготовиться. Мало ли, сейчас откроем, опять полезет. Пути отхода были. Так, это мы вернулись назад в домик, да? Окей. Только здесь уже все. Кто-то развалил все до нас. Итан, не переживай ты так, вот прям. Сцится весь. Так, предохранитель. Где вы прячете предохранители? Чтобы предохранять нас от чего-нибудь. И... Типа, тоже прятаться, что ли? Или что это? Или исследовать? Я чувствую себя каким-то этим тараканом, блин. Тут тык-тык-тык. Шкаф. Шкаф или спальня? Что сейчас опять начнется? Че, попробуем в этот раз под кроватью спрятаться? Так далеко бежать придется. Так, прямо налево. Блять! Ты чего, сука, такой быстрый? Сука, я думал, медленно будет. Тихо, тихо, тихо. Давай под кровать, быстро, быстро, быстро. Бля, ну я ждал же его, но че, все равно пересрался, блин. Мурашки, блин. Не, он просто, я думал, я его увижу, он будет еле-еле идти, а он такой резкий, блин. Ужас, ужас. Пожалуйста, только под кровать не смотри. Погодите, а может надо вот так вот? Ломимся быстрее! Или он бы все равно ушел? Так. Да, сюда. Ух, блин. Жутко, жутко. Погодите, блин, где я вылез? Да ёптель, не туда. Я смотрю на эту штуку, это сохранка. Мне надо вот сюда. Так, еще раз. Сюда же, да? Да. Не туда, блин, свернул. Ну, автосейвы спасают. Блин.
Ёб твою налево. Что, куда бежать? Быстрей! Быстрей! Ну чё, кто там хотел детей завести после этой картинки? Этого видосика. Эба! Ты тварь, верни мне оружие, блин. Орёт она там, блин. Блин, что здесь всё так мутно стало? Или это типа туман такой? Еще ржет тут гадина. Выходи. Я не пущу. О, ты еще жив, да? Найди меня скорее. А то мои друзья тебя убьют. Тик-так. На кону твоя жизнь. Так, опять подтормаживаем. На кону твоя жизнь. Попробуй найти меня. Миссия, все соберите колбы. Вы мне локальные давайте задания, а не глобальные. Найти. Кто там говорит? Это я так понял, это сейчас было платье, держало куклу. Да разнеси ты эти куклы. Бля, шандарахнуть бы чем-нибудь. Что случилось? Типа я не угадал? Или что? Надо быстрее! Что, блин, мать вашу? А куда еще-то идти? Она же вроде на второй этаж похерачу. И как надо действовать? Просто блок ставить? Так буду ходить. Руки все равно можно будет облить раствором, они заживут, а вот голову, наверное, уже не спасти. Можно я уйду просто отсюда? Пробу горит найти меня. Блин, здесь нет. Странная какая-то миссия. Я слышу! Слышу тебя! Бегу! Блин, опять не угадал, что ли? Да возьми ты щит, ё-моё, какой-нибудь. Из чего-нибудь сделай. Я не понял, я что, по кругу пробежал? Ое.
А, фойе это наверх, я думал вниз. Я не понимаю, что делать. Просто заходить в комнаты и славливать. Или чего? Дурацкие задания, я устал уже просто тут бегать, что-то искать. Предыдущую миссию ходил, изучал. Дайте уже повоевать. Может, тут по какому-то определенному маршруту правильному надо идти? Не понимаю, блин. Или вот по этому клубочку. В смысле клубочек? Клубочек уже здесь заканчивается. Энджи и Донна. Я так понял, время просто дается на поиски. Так я все обошел, алло, блин. Достали, блядь. Че за тупые задания, блин? Найди, че искать, куда искать? На куклы смотреть, помечать их как-то или что? Блядь, достали уже. Пустить. Попробуй найти меня. Ну вот что это значит? Попробуй найди меня. Пойду позвоню в программу, ищу тебя, ёшкин кот. Сам я тут не справлюсь. Да. Может, правильный путь надо сделать. Если там не слева направо, справа налево пойти. Не понимаю я, ни хрена не понимаю. Может, надо на куклы как-то обращать внимание, а я просто пробегал, да и все. То есть среди этих кукол найти именно эту, что ли? Я хер их знаю. По голосу слышать. Ой-ой-ой, нет. Ну вот же ты, чё тебе искать? Вот ты на картинке, блин. Или как-то четко нацелиться, навестись. Эти очередные непонятки. Бля, ну я же был здесь, чё за хрень? Бред какой-то. Зря Роза родилась, без неё было бы лучше. Сдохни, сука. Сразу так. Чё, опять искать?
А мне, кстати, интересно, если после каждой перезагрузки рандомно этот кукла появляется, или всегда в одном и том же месте? Опять налетят на меня. Ага, вот ты, сволочь. Ты с Розой так же? Да я со всеми всегда так общаюсь, чё. С ножниц, топор под рукой. Так, ну скорее всего, наверное, уже в другой будет вспомнить. Вряд ли в одной и той же будет два раза сидеть. Давай, давай, последний раз, наверное, осталось. Сука, вижу тебя, вижу! Зря они так рано стали эту пометку ставить. Черви какие-то полезли. Тупой идиот! Как смеешь ты так обращаться с моими прекрасными куколками? Fatality! Это все? Мия, я все исправлю. Что? Исправитель великий. Так. Надо выбраться отсюда. Объединён с четырёх. Значит, вот кто за этим стоит. Теперь за четырёхкрылым пойдем. Их уже две. Аллилуйя, дали оружие. О. Энджи. Грохнул. Обеих. Даже не поморщился. Ну все, я так понял, здесь больше делать нехрен. Ух. Так, а этот сундук с оружием нам дадут какой-нибудь или нет? Ну, наверное, дадут сейчас сокровище. Беневиенто. Как же, блядь, сюда попасть, а? Ух, да, пощекотало нервы, пощекотало. Это что, там ураган, что ли, наступил? Мне на мозоль мою любимую. Или было так, что я уже... Наконец-то свежий воздух. Ну так, оригинальненько, молодцы. Но немножко, опять же, возможно, чуть затянуто. Ну, может, это то, что я такой дебил. Три часа искал загадки, отгадки. Но прикольненько. Попугались немножечко. Теперь, я думаю, можно дальше идти стрелять. Интересно, что там у этого чудища будет? Какие там враги нас ждут? Ведь это долгий лифт. Так, а кстати,
Или сейчас нельзя посмотреть, так как мы едем. Сейчас хотел посмотреть, мы ключ какой-то достали, там эту куклу, или это все-таки приз, чтобы продать торговцу. Никак не могу запомнить, как его зовут. Торговец, как тебя зовут? Постоянно забываю. Это сокровище. Сюда надо что-то вставлять. И... Бошку не нашел. Колба на этот раз уже с ногами. Так, здесь сокровище? Да. Какое дадите? Оружие. Оружие. А чё оружие? Так, а что сюда? Куклу или банку? Нет. Или четырёхкрылый. Да как? Бля, может кукла, но без головы она... А нет, кукла это сокровище, это сюжетный только подходит. А чё не так? Ты чё я не взял? Чё мне семейное фото вернулось? Я же его отдал уже, нафиг оно мне здесь? Да бляха-муха, а чё? Чё сюда надо положить? Вы чё, блин? Я не хочу без оружия уйти. Я ж всё собрал там. В этом доме сраном. Гадство. Замечательно просто. Или надо сейчас колбу куда-то вставить, а потом можно будет оружие брать. Может это вообще это оружие будет при следующем прохождении открываться. Я тут узнал, что когда проходишь игру, открывается новая игра плюс, которая позволяет продолжать с тем же оружием, которое ты нашел. Ну, типа, у этого торговца будут новые еще виды какие-то. Наконец-то, враги. Охренеть! Отступаем! Ну-ка, если с ножом на тебе... Рубаша, что ли, как ты шарахнул. Можно, мол, конечно, гранатку им кинуть, но они медленные. Такие в стиле этих в капюшончиках из замка. Ничего такого страшного. Все, экономлю патроны. Мина, отмычка. Смысл? Новый дробогик? Дробогик? В-870, так, шмак. Или это автомат вообще? А нет, 4 из 28, какой автомат? С обычного автомата в такие эти засечки. Или мне так кажется? Мне еще предлагали от них закрыться, да вы что, шутите?
Ну-ка, давайте сравним. Помповое боевое ружье. Широкий разброс дроби позволяет уничтожить скопление врагов. А, это более такой... В разброс, но тут более такой этот. Более этот и менее этот. Боезапас 4, урон 760. А здесь... 760. Охренеть. Но боезапас маленький. А чё мне боезапас-то, я его и прокачать могу? Тогда надо этот дострелять, а потом уже этот переключиться. Так. Всё я тут обшарил на улице. Нет, не все. Шар солнцем и луной. Это сокровище? Ты сейчас собираешь солнце и луны. Может... Этот ключ... Хотя там не особо похоже, что шар надо ставить. Так, а здесь чуть дверь стала синей. Так, ладно, сейчас я сбегу к этому сундуку. Нет, говорит, шар нельзя, говорит, использовать. А, понятно. Вот зачем нам через вот эту дырочку пролазить. Блять. Ладно, все равно трачу дробаш. Так, тебя на тройку ставлю. Да, ну... А, окей, надо нажать. Серьезно? Ты целый дробовик выдержал? Да как ты посмел? Кстати, я думаю, можно этот дробовичок потратить, а потом этот... Качать у него вместимость. Так, стопэ. Мы здесь были, нет? Да нет, не были. Новый дом какой-то. Колодец. Вот. Ты, Мадалин. Очень ценно. Ну, я надеюсь. Темно. А, вот, наверное, куда шарик этот вставлять. Опять эти загадки. Ну, я думаю, он сам может скатиться, да, наверное? Почти. Ай-я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 й
все так просто. А, ну да, тут еще ворота поднимаются. Я что-то не обратил внимания сначала. Давай, пошел, 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 пошел. Пошел, 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 пошел. Оп, оп, отлично. Ну здесь попроще было, слава богу. Ну, интересно, спасибо, сделали. Не просто так, там, о, сокровища. А иногда надо постараться. Гасные снаряды. Вот он, скрипичных мастер дел. Скрипичных дел мастер. Так. Ой. Идем дальше. Матерь Миранда удочерила госпожу Донну. Мне никогда не было так радостно. Еще ребенком она отпугивала окружающих своим видом из-за шрама на лице. После смерти родителей она заперлась в доме и общалась только с Энджи, куклой, которую для нее изготовил отец. Я благодарю матери Миранде за ее безграничное сострадание. Госпожа Донна явно рада. Быть может, мне чудится, но ее кукла Энджи выглядит более живой, чем... прежде. Сегодня она пришла ко мне в сад и заговорила со мной через Энджи. Мы отлично поболтали. Матерь, правда, дарует какие-то способности. А, она вопрос задает. Госпожа Донна дала мне желтые цветы и попросила посадить их в саду. Я посадил их у могилы госпожи Клавдии. У меня закружилась голова, может, от пыльцы, а потом я увидел усопшую жену. Ага, как у Уитона было, увидел. Донна обрадовалась, услышав об этом, попросил меня прийти к ней завтра. Сказала, что я снова увижу родных. Не совсем ее понял, но она такая добрая. Да-да-да. Все они такие поначалу добренькие. Потом как воткнут вам спину в нож. Или нож в спину, кому как больше нравится. Так, ну, вроде как все. Продавец, встречай дорогих гостей с новыми подарками. Опять каркуши эти, да? Опять эти каркуши сейчас не дадут мне спокойно пройти. Быстрей! Опасно! Опасно! Или дадут? Ой, упал. Shut up! Козлина. Чё ты там машешь? Бля, у меня патроны заканчиваются, надо делать. Давайте одну пачку соорудим. Ну и дробашовским надо пару раз махнуть, чтобы потом прокачать на халявку. О! Так, 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 обходит, обходит, обходит. Что-то я потерялся. А я... вот сейчас я назад вернулся. Так, давайте их соберем покучнее и попробуем шандарахнуть. Говорят, более широкая кучность или... я не знаю, как это сказать. Да второй, подойди поближе. Чё ты отстал, блядь? Вот так вот.
И мочи, пока они... Блин, не так-то просто еще попадать по ним. Суетятся. Так, давайте еще разочек. Сюрприз! Никчемные создания. Зато денег от вас нормально повыпадало. Так, ну там мне да собрал. Кстати, вот здесь приятно, что на обратном пути они мне врагов накидали. Они просто, как я там по замку ходил, туда-сюда, сюда-туда и ничего. Даже эти... клад положили. Изначально же не было там никакого клада. Торговец, я здесь. К сожалению, я не нашел, что бы мог мне приготовить, но... Вторая штучка есть. Так, я еще раз хочу посмотреть ключ. Это сокровище. Четырехкрылый. Остальное я вроде все пробовал, да? Трехкрыло. Это четырехкрылые. А, это шестикрыло, это потом. Я так понял, вот если мы сейчас здесь откроем, я смогу вот в это здание потом зайти вот отсюда. Еще сейчас надо сюда вернуться. К маэстро. 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 Ой, как же тут чума. А, еще этот. Отмычки. Отмычек не осталось. Отмычек. Так. Такой сначала толкнул дверь, а потом открыл. Что за логика дурацкая? Давайте сначала к этому подойдем. Вам эта вещь знакома? Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. Гасные, предшумовые. Это все хорошо, да у меня только нету чем стрелять. Это что такое? Улучшенная рукоятка. Модуль для писать значительно уменьшает отдачу за 12 000. Улучшенный приклад. Мам, у тебя цены, блин. Вот купить вот эти три штуки и все, и нету моих 70 000 леев. Да мне особо, я и так нормально стрелять, чем мне все это, блин. Продавец, ты меня... Хватает ли вашему оружию мощности? Теперь я могу устанавливать улучшенные модификации. Да все хватает, не переживай. Надеюсь, это вставлять никуда не надо. 4, ого! 28. А, стопы. Да можно... 22. Нашка. Охренеть. А, мисс Энджи. Какая прелесть. 147. Парфоры, очень популярный товар. Дэмним. Ну что, мистер Дробыш, прокачаем.
11 тысяч, правда, но... Халявные... Одну минуточку. Я думаю, сразу урон прокачаю, чтобы потом экономить. Здесь ничего. Ну, давайте здесь урон прокачаем. До новых встреч. 4 надо будет потратить. Так, ладно, я сейчас бегаю. Сбегаю. Короче, вот за этим сундучком. Если добрался до этого дома маэстро, еще, блин, не так просто. Давайте посмотрим. Что же нам там выдадут? Блин, винтовку надо тратить. Сколько их у меня уже? Дробаша дофига. Винтовки 15, еще 4. Кстати, старый дробаш надо продать. Что тут еще было? Эпи бездой. Труптика. Где этот ценный ящик ваш? Да хорош! Я думал... Все, еще надо код искать какой-то. А, может, вот. 763-934. 763. 763. Что там, 964? Нет? 934. Может, здесь что-то написано? Я не забуду ее пятый день рождения. 934. Пятый день рождения. 9. А может, иди по день рождения? Специально, да, блин, специально. 27 09 17 или 21 27 09 17 27 09 17 27 09 17. Ура, ура! Статуя и большой магазин. Я-то думал, тут будет что-то мощное. Это просто обычный большой магазин. Га, сразу 11, а было 4, да, вроде. Чё, всё? Блядь, ещё что-то не взял. Ну, здесь окна не разбиваются. Чё не взял, чё не взял? Не хочу ничего упускать. Помогите вашу ж мать. Холодильник, кастрюлька.
Ну блин. Че я пропустил-то? Издеваетесь, что ли? Короче, ладно. Сейчас еще поосматриваюсь немножко. И на этом уже закончим. Пойду к нашему продавцу, да продам ему. И в следующей части уже пойдем по тем дверям, где четыре крыла.